Климент IX, Папа Римский, с 20 июня 1667 года по 9 декабря 1669 года, ранние годы. Джулио Распеллози родился 28 января 1600 года в Пистое в дворянской семье. В юности был учеником иезуитов, далее изучал философию и теологию в Пизанском университете, а позже там же преподавал. В 1644 году был нунцием в Испании. Во время понтификата Папы Иннокентия X Распеллози жил в изгнании, поскольку папа не любил семью Барберини и их сторонников, к которым относился и Распеллози. При Александре VII в 1657 году он был назначен кардиналом. Руководил созданной во времена Урбана VIII конгрегацией по делам государства. Это была должность, соответствующая нынешнему статс-секретарю. После смерти Александра VII в 1667 году под нажимом Франции конклав избрал Распеллози папой под именем Климента IX. Папство. Непотизм Климента был умеренным. Родственники папы не участвовали в делах управления церковью и папским государством. Однако в дальнейшем не столько папа, сколько римская курия управляла церковью и ее политикой. Определяли эту политику главным образом представители итальянских аристократических родов, которые своей карьерой были обязаны непотизму предшествовавших пап. Ничего примечательного за короткое правление Климента IX не произошло. Папа был посредником во время заключения Ахинского мира 1668 года по результатам деволюционной войны. Он был популярен в народе, но не столько из-за благочестия или умелого управления церковью, сколько из-за его тяги к благотворительности и приветливости по отношению к людям. Два дня в неделю он служил в соборе Святого Петра в качестве исповедника, слушая всех, кто желал ему исповедоваться. Он часто посещал больницы и не скупился на милостыню бедным. В эпоху кумовства он не сделал почти ничего для обогащения своей семьи. Из скромности он, Приро, запретил указывать свое имя на зданиях, возведенных в период его правления. Покровитель искусств. Климент IX был покровителем живописца Николя Пуссена и был страстным любителем оперной музыки и сочинял либретто. Способствовал постройке музыкального театра на месте старой городской тюрьмы. Он украсил город скульптурами Джованни Лоренцо Бернини. Он также открыл первый публичный оперный театр в Риме. А в праздновании карнавала 1668 года в палаццо Распеллози была поставлена духовная опера «Ла Балтасара» на текст папы и музыку Антонио Мария Абатини. Декорации для этой оперы «Синика Сакра» были изготовлены Бернини. Борьба с турками. Перед самой смертью папа узнал о потере им Кандии, последнего христианского бастиона на занятом турками Крите. Папский флот, посланный туда под командованием Непота Винченцо Распеллози, потерпел поражение. От этих новостей папа заболел, смерть и погребение. Климент умер в Риме, вероятно, от инфаркта, в декабре того же года. Его преемник, папа Климент X, построил для него богато украшенную гробницу в базилике Санта Мария Маджоре.